Номер 900. События дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Ефесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. За 3 июня 2018 года. Ну, в этот день отмечали День деревни. 200 лет Потеряевки, как первые Потеряевы поселились. И 27 лет, как снова после 20 лет отсутствия Потеряевки на картах и в жизни. Пустырь был. Начали восстанавливать. «Спаси Христос», Александр пишет. «Игнатий Тихонович, у вас красивые стихи. Благодарю вас за стихи. Пока я не могу к вам зайти и провести беседу. Вопросы еще я четко не составил на бумаге. Все-таки очень печально, что Никита уехал из Барнаула. Уповая на Бога, что он вернется в Потеряевку. Рустик, мир вам. Священник не благословил меня на работу в тюрьме, но я все равно поеду завтра в СИЗО разговаривать. А там как Господь устроит. Надеюсь, что вы уже в Потеряевке и добрались. Ладно. Слава Христу». Я отвечаю. Мимо слова священника не пропусти или слова. Но все же попроси его разъяснить вам, почему его ответ такой. Может быть, у него было откровение от Бога? Рустик, священник обосновал свой ответ тем, что в тюрьме высокий риск заразиться туберкулезом. Тем более сложные формы, которые мутируют и не поддаются никакой терапии. Но все же люди работают и в моргах. Патолога, анатомы и судмедэксперты, а также врачи туберкулезных диспансеров, где риск заразиться не меньше, а то и больше. Священнику, по всей видимости, стало меня жаль. Он говорит, что я еще молод. И жалко будет, если я подхвачу туберкулез. Говорит, чтобы я учил английский и итальянский языки и ехал обратно в Италию. Юрий Соболев. С воскресным днем, Игнатий Тихонович. Дивная, мудрая и добрая беседа с заглавлением, Сирахов 3.21. И очень назидательная. Спаси Христос. Вера. Мир вам, Игнатий Тихонович. Хочу от всего сердца поздравить вас и всех братьев и сестер во Христе с днем деревни. Могу себе только представить, не расстраивайте мою душу. Буду ждать с нетерпением роликов. Ну, мы отослали в город, там еще где-то ссылают на администрацию, над ними работают, сказали мне. Отвечаю, с перекладными, но Господь пособил отправить записанный текст в администрацию наших ресурсов. И позвонили, что уже там работают над ними. Каждую неделю отсылаю материал. Это диск с такими свойствами. Вот сегодня номер 157, это за неделю. До 3-го, 6-го. 63,8 гигабайта, 430 файлов и 14 папок. Это за одну неделю столько. Ну, там добавил Вера Митрохина. Игнатий Тихонович, приезжал митрополит на праздник? Нет, не приезжал. Он на Афоне, но прислал бумагу. О, сегодня я постараюсь ее... Я еще не расслышал, как это... Бумагу хорошую прислал. Благодарит. То ли телефонный разговор был. И... А то мы так все волнуемся, как прошел праздник, и горюем, что нас не было вместе с вами. Думаю, много гостей приезжало. Ну, много, у нас такого слова и нету. Священнослужителей с батюшкой было 7, 5 священников и 2 диакона. А как роликов ждем? Я написаю митрополит на Афоне. Никита Колесников. Приехал сегодня поздно ночью в Киев. Без затруднений все прошло. Слава Христу. Благодарю за молитвы. Владимир Иванов. Добрый день, дорогой Игнатий Тихонович. Слава Христу. Хотим приехать в гости. Не выражаемся, то есть не материмся, не обманываем, не курим и не хулиганим. Мы истинно православные ортодоксы. Бороды не бреем. Можем привезти еще 2 таджиков для работы. Вам платить за них не надо. Кормить бесплатно нас не потребуется. Надеемся все покупать, в том числе барана для вертепа. Вертела. Будем вместе ходить на службу и молиться. Предварительно готовы сделать посильный взнос для вашего прихода. Встречать нас тоже не нужно. Поедем на 2 машинах повышенной проходимости, 200-х крузаках. Собираемся прибыть ориентировочно в конце июня, начале июля.
скобка. Жаль, что не успеваем на юбилей деревни Потеряевки. С нами будет еще отрок. Хотим присмотреть и, возможно, посватать ему невесту. Но это как Бог распорядит. Жаль, Никита, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не суйся. Вы правильно мне ответили. Теперь полностью с вами согласен. То есть что-то был не согласен, после ответа согласен. Обнимаю вас. Всегда ваш Владимир. Даже обнимает. Я отвечаю. Мы ни разу даже по скайпу не говорили с вами, Владимир. И я вас... Знаю, не знаю, вот неправильно написал. Можно посчитать это ваше письмо шуткой. Нас также уже пытались обмануть не единожды. Без нашего разрешения приезжать сюда категорически запрещено. Вы не вышли со мной ни разу на связь, и даже вашего фото не видел. И вот я в деревне и говорил, что теперь беседа невозможна до 10 октября. И вы тут же на другой день так пишете. Ни анкеты ваши, ничего. Я ему говорил заранее, поставьте. Просто насмешка. Переписка наша закончилась до 10 октября. Виктор Савченко. Мир вам. Всех желающих изучать Священное Писание по толкованию блаженного Феофилакта уведомляем, что занятия состоятся 7 июня 16:00 по московскому времени. Наша группа православных христиан пока небольшая, 5 человек. Выходите на скайп к Иоанне. К Жанне из Франции. Она присоединит вас к групповому звонку. Ведущий занятий я, Савченко Виктор. Наша группа не связана с теми занятиями, которые вел брат Сергей Пупков. Да хранит вас Господь. Русик пишет, поставил тут. Живая проповедь отца Александра Меня очень вдохновляет. Да, Господь дал евреям таланты. Видно сразу. Прошло как богослужение, мы все записывали, ну и пока дальше ничего не известно. Тут много не наговоришь. Больше добавлять к этому, к событиям дня. Ну что сказать, у меня тут помощь была, там маслом помогли. Вчера тут начали разносить, кому дать что. Бедно же все. Ну, батюшка идет, там священник и диакон. Диакона давно знаю. А нам побеседовать надо. Ну, я говорю, мне-то тут зачем ко мне заходить? У меня там мало места. Пошли туда, где Володя живет. Там побеседовали. Ну, вот это все. Остальное так мелочь, это никому ничего не нужно. То я брал везде, всегда, когда отвечал, вопросы и ответы с сайта. А сейчас не беру, потому что это слишком высчитывает, потом даже не зайдешь. Вот он, я показываю. Православный наш видеоканал. Вот сегодня я ставил, то ли один человек зашел, то ли, не знаю, не один, а больше 24. Ну и все такое вот. Поставил 7 роликов, наверное, днем еще будет добавка. А вот это как раз с Ивановым этим я, Владимир Иванов. Он пишет. Не хотел вас обижать, дорогой Игнатий Тихонович. Кто насмехается, того Бог накажет. Любим вас. Фото пока нет. Растолстел. Стыдно за изображение. Видите, ему стыдно за изображение. А я должен принять неизвестных людей, да еще таджики. И, ну, еще со мной. Меня и так тут упрекают за Романа, вот за Никиту. Вот они с Украины. Это вы их на привезли сюда. Слава Христу, Владимир. Решили ехать, значит, едем. Затрат ваших вам не принесем. Если не получится снять дом, станем рядом лагерем в палатке у прудов. Хорошо бы купить баранчика. С нами будет отрок Федор, 12 лет от роду. Хотим его познакомить с вашими ребятами и девушками. До встречи. Обнимаю, целую в плечо. Ваш Владимир, слава Христу. Написал, что никак нет разрешения вам. Нет, вот пишет такое дело. У нас уже был такой один. Саварбек Алмазов. Там столько обратилось людей, чеченцы примут крещение. Ничего не было, ничего не было. Пакость одна. Потом пришлось обращаться через прокуратуру в Караганду, и там только навели порядок. Его сразу он голову отрезал, не буквально на снимках-то, ну и всякие блуд там составлял. Не на меня только напало, а на жену. Ну, то есть пакостники. Так что я ничего не могу сказать. Вот у нас тут православный форум, заходить можно. И во свете Библии, вот отсюда я брал и отвечал
пока дети до 13 дошел, здесь не буду, иначе оно все у меня сожрет. На этом все. Слава Иисусу Христу.